Здравствуйте, дорогие посетители нашего сайта. Я вас приветствую от лица всей компании «Потолок Альянс». И сегодня хотелось бы поговорить о сложном монтаже натяжного потолка в деревянном доме. Сложность состоит в том, что дом построен из круглого цельного бревна, и разметку уровня сможет отметить только опытный специалист. Давайте зайдем в дом и познакомимся с нашим домовладельцем. Здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Сергей. И мы хотели сделать натяжные потолки такого формы, чтобы они объединяли столовую кухню в единое пространство. А также мы хотели опустить уровень потолка в мансарде, чтобы тепло не уходило вверх. Угу. Отлично. После всех согласований мы сейчас приступаем к установке натяжных потолков, а к вам мы вернемся позже. Специалисты компании «Потолок Альянс» приступают к монтажу натяжного потолка в деревянном доме из цельного круглого бревна. Монтажники делают разметку будущего уровня натяжного потолка и приступают к монтажу алюминиевого профиля по периметру стен. Хочу отметить, что только опытные монтажники смогут правильно разместить уровень по круглому брусу. Ну вот, работа продолжается, и следующий этап – это установка закладных под точечные светильники и прокладка кабеля. После всех предварительных работ начинается монтаж тканевого потолка. Вместе с заказчиком мы выбрали тканевое немецкое полотно, так как ткань имеет дышащие свойства и превосходно подходит для деревянного дома. Тканевый потолок устанавливается без нагрева помещения. Монтажники приступают к развешиванию полотна с соблюдением золотого правила «середина всех середин». Ну вот, полотно уже закреплено по всему периметру стен, и настал черед обрезать лишний материал. В нашем проекте мы используем оригинальное решение от наших дизайнеров. Вместо плинтуса используем канатную веревку, которую крепим на маленькие гвозди. Тем самым мы подчеркнем оригинальность идеи и натуральность фактур, используемых в деревянном доме. Теперь монтажники прорезают отверстия в потолке и устанавливают светильники в специальные отверстия. Ну вот, работа подходит к концу, и мы можем смело сказать, что потолок закончен. Будем звать заказчика для оценки качества монтажа натяжного потолка. И снова здравствуйте! Вас приветствует компания «Потолок Альянс». Мы наконец-то закончили наш нелегкий монтаж натяжных потолков, и хотелось бы узнать у нашего уважаемого домовладельца, все ли пришлось ему по вкусу. Да, вы знаете, мне все очень понравилось. Ребята сработали просто великолепно. Так быстро сделали мне натяжные потолки, и так чисто и аккуратно. Я очень доволен. Спасибо большое. Обращайтесь на натяжные потолки «Потолок Альянс». Будем вас ждать.